Всем привет! Сегодня мы проведем сравнительный тест картинговой резины китайского и японского производителя. Засечем время прохождения круга на одних покрышках, а позже на других. И проведем сравнительную характеристику моделей. Шины Edvan стабильно ведут себя на протяжении всего заезда. Карт легко контролируется при торможении и прохождении поворотов. Небольшой вес шин положительно влияет на динамику разгона карта на выходе из поворота. Хорошие сцепные свойства приводят к снижению времени прохождения круга. В сравнении с шинами других производителей, разница времени на круге составляет до 2 секунд в пользу Yokohama Edvan. Yokohama – японское качество и технологии, разработанные специально для автоспорта.